Энергосберегающие батареи разработал казахстанский ученый Жумотай Бакенов. Проект его команды стал первым стартапом на базе Назарбаев университета. В чем особенность аккумуляторов казахстанского производства, выясняла Сабина Сексенбаева. Нетоксичные, простые в утилизации, дешевые в производстве. Энергосберегающие батареи разработки казахстанского ученого Жумабая Бакенова сейчас особенно актуальны. Проект исследователя стал первым стартапом на базе Назарбаев университета и получил грант Всемирного банка. Сам ученый, к слову, вошел в международный рейтинг по цитируемости научных публикаций Thomson Reuters. Это является одним из самых горячих топиков в современных батареях. Литий-серная батарея должна сыграть большую роль в качестве систем хранения энергии для возобновляемой энергетики. Теоретически должны работать где-то в 10 раз дольше, чем обычные батареи, которые сейчас находятся в смартфонах, например. Батареи для мобильных устройств для команды ученого не предел. В планах создания продукции, используемой при сборке электромобилей. Поддерживаем очень хорошие отношения, сотрудничество с нашим автомобильным конструктором, господином Таиром Балбаевым, который собрал первый казахский электромобиль. У нас в планах дальше проводить совместные работы по созданию аккумуляторов для его автомобиля. Сейчас в продажу уже поступила пилотная партия мелких батарей. Следующий шаг – создание линий по производству крупных аккумуляторов и их тестирование на электромобилях. По предварительным подсчетам, изобретателей на это потребуется от 3 до 10 миллионов долларов. Заработать их стартаперы надеются за счет инвестиций и приняв участие в конкурсе грантов в рамках принятого закона о коммерциализации технологий. В исследовательскую команду вошли 11 человек, в числе которых и студенты Назарбаев университета. Не так давно вуз получил новый статус – исследовательский. С самого начала мы знали, что наша основная миссия – быть исследовательским университетом и как можно скорее достичь статуса международного исследовательского вуза. Все наши действия коррелировались с поставленной задачей. Это включает в себя не только оснащенные лаборатории, библиотеки и прочую техническую базу, но и привлечение к исследованиям студентов с начала их учебы в вузе. В 2017-м проект энергосберегающих аккумуляторов представят на международной выставке «Экспо». Сейчас в вузе разрабатывают свыше 140 других научных проектов. Для этого ученые тесно сотрудничают с коллегами из Америки, Великобритании, Австралии и Китая. Сабина Сексенбаева, Ерзат Заитхан, 24 KZ.